Добрый день, друзья. У нас сегодня очередное событие. Переводят вот в этот большой вольер. Переводят наших лёвиков. Дали небольшую седацию, уже просыпаются. Кто-то вон уже проснулся. Шикарный вольер, зеленый ремонт, уже ходят. Уже осваивают, как всегда, осенью начинают переводить, соединять подрушек львов. Начинают переводить львов помладше. Этих тоже рассоединили. Белых львиц отдельно покажем, где они. Ветер такой сегодня. Вон там еще тоже под скалой лежит лёвик. Белых львиц из этого гайда соединят с белым львом из другого гайда. В общем, сейчас идут, как всегда, осенью, да, большие перемещения. Тут они будут взрослеть, мужать и видеть саванну, как всегда, из этого вольера. В этом году сделали им очень красивый вольер со скалой славы. Я думаю, что... Да. Что это будет тоже одна из любимых площадок. Да, мой хороший, сейчас, потерпи чуть-чуть. Да, легенькую дали, да, седацию вас перевели, конечно. Кто-то уже освоил, сидит вольер. Будут малыши этого года, уже кто большой, тоже переводить. Ну, вставай, вставай, вставай. Давай. Вот сейчас видно, что... Бум! Вставай, вставай, просыпайся. Олег Алексеевич все время говорит, что в крайнем случае присыпляют чуть-чуть львов. Сейчас именно такая, такой случай, такая история, чтобы всех перевести сюда, нужно было. Да, чуть-чуть, и сейчас он отходит, еще шатает, надо еще, чтобы посидел чуть-чуть. Конечно, тут им будет простой. Ау.
по очереди их чуть-чуть присыпляли, так они теперь по очереди и просыпаются. Но вольер просто шикарный. Может быть, сюда будут еще добавлять львов такого же возраста. Я так понимаю, что всех львов такого возраста будут помещать в этот один, переводить в этот один вольер. Еще перевели не всех. Здесь они будут с двух или трех вольеров. Очень красиво, особенно когда левики будут подниматься на гору. Сейчас посмотрим. Олег Алексеевич, Оксана Олеговна заняты переводом животных. Сейчас, может, зайдем, да? Ты за мной идешь? Начинаются детские каникулы, друзья. Напомню, что и в парке Львов, и в парке Сказка. Сейчас идут осенние, зимние, весенние скидки для всех. Приезжайте, хорошая погода. Очень много в парке детей. Этих перевезли последними. Значит, последние проснутся. Ответственное мероприятие, потому что очень важно правильно рассчитать дозу всех этих препаратов. Как спят. Ну, уже буквально через полчасика уже будут бегать, ходить. Ну вот когда видишь, что вот так вот, о, там уже идет контакт. Вольер просто шикарный, просто сказочной красоты вольер. И им и здесь будет много, да, деревья будут расти. Эти платаны будут огромными, они очень быстро растут. Будут огромными, я надеюсь, что они их... Хотя вот тут такое ощущение, что уже как-то как сломали верхушку один. Или это он просто еще не вырос. Какой-то маленький замедленный рост. Олег Алексеевич любит эти деревья, потому что, ну, очень быстро растут, дают большую крону. Вот очень красиво. Ну, а мы пошли смотреть дальше, кто кого. И как переводят, какие делают новые прайды.